Так, мы идем в стрим. Для тебя моря и океаны. Не, хотя в принципе в конце даже собрались. Ради тебя, блядь. Красавчик, Алтей. Не слышно. Короче, этот ты 10-8 фрагов набил. Побед. Меня слышно, алло? Слышно. Теперь можешь поздороваться с эфиром, теперь уже слышно все. Йоу, здорово. Блядь, никак не могу найти. Чё ищешь? Да сборку я тут накачал и хуево тучу. Не могу разобраться. Регистрации на турниры, в принципе, еще минут 10. Так что нужно решать сразу, пойдем завтра или нет. 7 на 7. Как вам, кстати, новый ангар? Париж вообще. Это вот стой. Не знаю, мне в кайф. Нужно будет как-нибудь футбол тоже скатать один бой. Посмотреть, как там этот мяч летает туда-сюда. Так сейчас попробуем. Ну, там, наверное, отдельно нужно. А хотя хер его знает. Всяк. Отдельно. Ну вот, видишь, вышел. Что там такое, я не понял. Взвода вышел, ты. А, ну я не успел. Сейчас, погодь. Мне даже не отмечен. Что-то новое. Фильтр. А сейчас скидка на оборудование тоже. За футбол вообще какая-то плата идет, нет? Кто знает? Задачки выполняешь, а так нет. Там можно пару медалек получить на халяву. Там одна за победу и за хитрик. Какая медалька прикольная. Надо ее получить. Торгово. Я один даже не смог забить. Не, я два забивал. Даже почти три. Почти. В свое время же натренировались, когда он только вышел. Сейчас как? Как бы мячик нормально летает или как раньше? Как раньше. Лофт у меня нет. Плохо. Так, ну не знаю, будет работать или нет. Что-то я тут намотил. Сейчас проверю. Сделал, короче, слышишь, Лех, установил старое, что я скачивал эти, блядь, протанки. Просто их 15 перекинул туда. Я старые протанки не сохранились. Что, ты все подчищаешь сразу? Зачистил, блядь. У меня аж 9-10 от новой даже есть, блядь, сборки. Просто жесть, меня бесит вот это, блин. Как необычно стало, блин. Так а на чем ты там сейчас пытаешься насосировать? 268. Единственный танк, на котором я вываю сразу. Так а что ты на гриле не покатаешься на своем? Сейчас же там экипаж грилевой. Фу. А где твой экипаж, блядь? С этого, с вафли. С вафли 4 человека, на нем появляется 6. Ну, досадил бы пару сосок. У тебя гриль? Все есть. Да ты богач. Скатайся, мужик, боек, попробуй сам пока. Давай.
Вот я сейчас пока реально, пока сейчас вот она удалит. Сейчас я пока Джо опять, блядь, установлю. Ну ух ты, я синенький. Кто проснулся? Кейс, блядь, не ори. Дура. Пиздец, мне 90-ик перевернул, ёлкозовый игра. Охуеть. На чем ты? На обле. Сука, союзник, бесит, чтобы пошумать. Ублюдок. Ну ты и днище. Да, физика такая же. Что, ты даже перевернулся уже? Да нет, по мячу попасть нельзя. Сука, играл в другую игру, нет, блядь. Когда он вверху, так реально хер попадешь. Работали все. Типа видно, куда мячик упадет. Знаешь, эти машинки на ракетах, типа, напоминают, игра есть на PlayStation, на PC тоже. Грим. Фугаса, грим. Мода пошла, все ДЦП играют на фугасах. Не думают вообще ни о чем. О, фугас 100% дыма. Тут еще по ней. Установка модов. Ну чё, зайдём, попробуем. Кейс. Второй шот стреля, и второй шот фугас. Тут надо быть даун. Лёха, у тебя негатив, привет, какой-то. Какой-то ты, блядь. Весь печаль. Печально? Покушал что-нибудь? У меня сахара дома нет, вот это печаль, блядь, ни чая попить, ни кофе, ни хуя. Хоть ты... Бля, в натуре! Пойду сейчас на хуй-то. Компота возьму какого. Банку. Мне так обидно, когда снаряд через мяч прилетает. Нет, это смотри, как ты будешь навязывать игру, понимаешь? Сейчас же... Да, этот мудак все равно бог узнает. Сейчас теперь ко мне сделали, раньше у меня какие-то прямые были, да, вроде? Это сейчас... Там пару раков, блядь, мяч переворачивали, сильно он с кейсом когда катали. И что потом? Ну, 5 секунд ждешь? И он что, на траке становится, наверное. Дебил, залезь на гриде, на вышку. Глаз посмотрит, и сидит. По нему стреляет, а он все равно продолжает сидеть. Дэн, какой там сервер? Блин, я даже не знаю, на каком я там. Ты сейчас, ну, на втором вроде играли.
спрашивал там насчет третьего что-то. Не-не-не, второй. Не, я хотел бы на третьем, потому что у меня там пин меньше, я могу тогда попадать. Пошли на третьем что-то. Так какой у тебя там? Может тебе какой? Мне все нормально, кроме десятого. Тут тип... просто взять. Шащурить собираешь, потому что на сервак примерно 2-3. Полторы минуты еще. Как вам идея? Кажем подлять. Сейчас я тебе кину лоха. Что ты мне кинешь? Ну взвод, не поедешь в футбол? А что, мы вдвоем уже? Так, ладно, Дениса подождем. Там и вдвоем можно, кстати. Там третьего автомата находит. Думаю, с вами не следует. Сервак пришел. Боже, не время. Я пока в настройках положу. Пизда. Пизда. О боже. Все, перехожу. Днище! Днище! Или ты днище! Погоди секунду, помнишь тот баг, когда ты стреляешь по танку, ну у него хп отнимается, но не показывается? Я просто помню, что ты днище. Сейчас, погоди, я... Нет, вот когда 9.15 вышло, заливали видосы, когда ты стреляешь танк, говорит, пробитие, блядь, а нихуя у него хп не отнимается, потом говорит, уничтожен, и он стоит фуловый и не двигается. И, я показываю, что ты тоже не хочешь. Хп у тебя нету, но там цель. Если смотреть, что это. Пиздец, блядь. Он просто сейчас умолит. Все, заткнись, у нас бой, там тащить надо, мы тут это, матч. Футбол тащить надо? Ну а где же еще? Пизда, бля. Перехватил бы. Меня горит. Я вижу. Это просто. Высли, животное. Соси. Это двигаться не повреждается. Я его за 30 грин. А тут еще ускорение есть? Чё за... Понравилось тебе? Откуда? Нет, у тебя такое. Выбивай мяч! Идём. Нормас, идем в атаку. Короче, они сейчас атаковать сами. Бля, выбивай мяч, отлично. Блокируй всех. Да, отстреливай его туда. Все. Ой, животное. Перелетает. Сука.
Веди его, веди туда, к ним, в их сторону. Алайн выебите? Да не гуслят, уроды. Ясно. Я тоже не промах. Я же не мешаю, я забираю. Навес дают! Мы загуслили. Вес. Че на славе, есть бы. Ебать! Так же на лайн. Его попасть не могу, куда он был. Но он днище попасть не может, когда он на месте стоит. Самый прикол, снаряд опять чуть-чуть. Ё-моё, ребят. Сможете вывести? Тыщ, не попал. В смысле в центр? Сейчас попробую погодь. Стенка выпился. Ничего. Еще гусли его. Оп-оп-оп. Все-все-все выходит. Отлично, еще. Еще, Леха, еще. А-а-а, слишком быстро. Стой, животное. Давай, Леха, да, бил сам себя. Опять через мяч. Он животный. Стой. Затяни меня, Леханчика, как стоячего, нахуй. А? О, сейчас будет. Стреляй, проще. Я даже попал. Ты понял, мы тут сидели. Я поставлю себе. Магия. Вот, вроде же должен был попадать. Лай на центре. Слив. Да, сюда кати его. Если попадешь, забьешь. Не попал, да? Я так понял. Давай, один выстрел. Не попал. Отлично, отлично, ну, ё-моё. Где там мяч-то? Блокирую, блокирую тебя. Хорош, победа! Подожди, надо центр спрятать. Да, да, да. Сейчас не получается так, это запинать мяч, как раньше. Вот это вот я мужик называется. Не то, что ты там говоришь, обвёл. Давай на последних секундах. Пас, пошел пас. Да не получился, сейчас все. Ой, отлично. Хорош, хорош, давай, добиваем. Сука. Нет. Это сапота. Если делаешь. А, круто. Нет. Закис.
Она стоит. Ты же посмотрел такой. В воздухе попадает. Футболист 2016, 2-0. No whisper target found. Лёха голевую передачу мне дал. Что там за задачки? Я тоже. 5500. А, стой, подождите, как я... Муда. Красава. Чё, все закись поставил? А за место чего ты закись себе ставил? Какую закись? Шую. Турбонагнетатель. Зачем? Туда в аптечку ничего не надо, вы что, гоните? Так её и нет. Нашли, ну, да её. Подкрученный регулятор оборота двигателя у меня стоит и турбонагнетатель. Всё. Вот турбонагнетатель делал. Где твой турбонагнетатель? Ну, в снаряжениях, блядь, где? Я масло поставил. Блядь. 15 тонн стоит. Зато наше прикольно. Один раз используется? Нет, он наполняется, ты еще раз. Ты же весь бой катался. Нет, не видел. А, блядь, слепой? Нафига, давай, ладно, потом. Не знаю, нахер на ремки, эти ты бы еще паёк въебал. А кого юзать? В принципе, может и полезно. Ась? Что ты кажешь? А какую кнопку его юзать? Ну, на 4 или на 5, куда ты там, блядь, поставил? Понятно. Бой начинается. Я на 4. Он сначала набегает и потом использует. Не дамся. Какая хуйня, задом еду, как он передом, блядь. Какая хуйня. Давай стреляй. КД. Это он пошел, пошел, я его держу. О, к воротам идем. Давай, они все... Сука. Что, сутку позвонил? Илюха так прилетел четко возле меня. Давай, авар-бабах, на центр я. Ах, нет, тормоза. Ну, я в тебе не сомневался. Возьми эту пушку. Бля. Да что, ну, бля. Если бы ты не залетел, кстати, у меня больше шансов было попасть. Даже не попасть, а стрельнуть. Ты не прикрыл. И все. Давай, пинай, пинай. Еще разок, давай, я тут, мужик, посуля. Вот это навес! Блядь! Это было красиво. Это было, конечно, мощно. Стой, животное. Что я все загустил по красоте. Ой. Я трогать не буду, сэр. Рано включи, ой. Отлично.
давай, 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 сейчас. Я хоть Тухана хотел дать, правда, ничего. Принял, принял мяч. Давайте, пацаны, загоним слона. Давай я, короче, этих блокировать буду, вы постарайтесь это сам. Вот это заход, Dark Smile заходит. А, СССР у него забирает мяч. Красавчик на позиции, ждет, 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 но не дождется. Давай, ну хоть пни мяч, пни мяч. Шиколос. Отразили мою атаку. Зажимаем, зажимаем, зажимаем. Ой, так точно головой бить надо. Я блокирую. Это кто это? Выводи, 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 выводи. Давай, Леха, турбину. Промазал. Бывает. Смотри, третий подключился. Все, 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 пушит. Не попал. Шкос. Кстати, не обязательно ждать, чтобы он до конца наполнился. Он работает. Даже если наполовину наполнился, просто... Короче, он работает. Да, действительно. Какая напряженочка. Давай вперед. Пи-пи-пи-пи-пи. Стреляй. Ничего, я продолжу твое дело. А, факт. Бей ворота, отлично. Отлично. Я чей-то гол подсосал. Центр бойцы. Не пробил. Да и даже быстрее снят. Не пробил. Ты смотри, живота. Да, еще кое-что поменять. Внешний вид специально. Кремка нахрен не надо. Красный. Дерзкий. Вот, вот это вот мне нравится. Химмельштадион. Штадион.
что где он? Это я типа ворочек, что ли? А че ты вы такие одинаковые? Один я среди вас выделяюсь. Так раз не повезет. Кто ты повесил? Ну что ж ты делаешь, Дарк Смайлик? Вот это гол. Так мы же хитрик забьем. Центр. А кто мой гол свистнул? Прокатились рядышком. Блин, с этой турбиной проехал мимо. Ах ты, лиханчик. Пацан проснулся. Вот так их наебал. Лёха, ты двинешься? Нет. Блять. А, это не ты был? Прыгай за ним. Давай. Ты смотри, ты ещё пацанул. Что ты творишь, мужик? Выгуснул пацана. Пока переесть. Вот это мой долгожданный пас. Ну, огонь. Оба отлично развили пацана. Ну хотя по флангу такой пас дали красиво. Навес. На позицию. Навес. Пацаны, что вы творите? Мы сами все же второй гол забили. Это я забил, какого? Смотри, мы за мяч бьемся больше, чем он. Кстати, левого набрали. Как ты это сделал так? Блин, а чё у меня не получилось? Потому что сейчас зло. Пасуля назад! Ручной двигатель. Захожу с фланги. Мы готовы. Пасы в любое место. Почти. Предчувствую наверх. Да нет, вкусно. Куда? Да, я думал, не особо ее. А ну-ка, Леха, так ты делал? Все равно не переворачивай. Вот, отлично. Хеллоу, пацан. Так.
Пасуля, видал? Получите гол. Первый гол, который мы забили. Но на самом деле мы 3 забили. Что-то страшно. Они 2 гола сами себе забили. Ну, медальку можно получить, когда это будет. Так, вот там. Чё, а ну-ка, слушай, я хочу придумать, где мой этот экипаж. Что ты говоришь? Я себе экипажа посажу. О боже. Я вам переучать надо. С облегченки без переобучения садиться. Да? Мы оба. Переобучать тоже надо. Да ну. Это вообще со штрафом пересадка. С 54-ки сел нормально. Знаешь, 62-го сел. Что у меня 62-го? В принципе, пойдет 62-й, у меня же есть. С 54-ки нормально сел? Ну я же говорю, блядь. Ну в смысле, как бы СТА, не облегченный. О, 62-й нормально сел. Ну, сейчас даму посажу. Или не знаю, мне валет сидит какой-то и насрать. 5-1. Майор Сулеймен. Я ласковый. Ну а у меня девушка. Кабушкин. Ну пацаны серьезные. Пацаны серьезные. No whisper target found. Рум-дум-дум, мазафаха. У них тактика. Лампочка. Меня засветили. Я тоже. Какая их тактика работает? Не стреляет. Да Витюха, они спецом валят. Сначала тебе. Пасуй на центр. Оп, джигер, да. Вот это навес. Вот. Еще масть. Давай, херач. Как так? Трясёт линию. Судью намыло. Я такой проход сделал, ё-моё. Кстати, ремонт изменился, вот это, конечно. КД изменил. А ничего, не КД. Раньше дольше было или меньше, я так не понял. Почему меньше? Ой, мяч стреляйте, Лёшка, на трёх. Вон, я попал.
Чего вы творите, футболисты? Еще шот. Именно не красный начал. Давай, дочек, еще раз, дочек, еще раз, дочек. Животные стали. Рубите под край, я буду этих подъезжать. Пошел. Давайте. Там на твой ход. Блин, мы двое умеешь попасть. Могу же ничего. Бля, Лёха, это ты стрелял? Давай, что ты стал в чуть-чуть. Я тебе только в мяч играю. Да меня вопли. Ворота КД. Надо, блядь, не вместе стоять. Надо не вместе стоять, а вот так вот троём немножко, блядь, чтобы мы могли с разных углов стрелять. Так мы постоянно так и играем, кстати. Сейчас просто в некоторых замесах приходит. Блять, чё на ПП? Ну, он легко в меня влетел. Вот так. Дай, мяч. Отлично, на центр летит. Это наш шанс. Под мяч пьем. Какое чудовище. Ну. Заебал тут ворочек, нахуй. Давай. Хорош. Чё он ждём? Причёмный. Блядь. Фигня на пол. И себе, и другим, да? Там ещё дополнительное время будет. Вот это да, вот это Лёха финтил, конечно. Мощно. Вперёд. О-а-а. Шикарно. Что, не ожидал, бля? Так, вратарь под всем. Давай, мужик, наткнемся. Ну да шо, ну в воздухе ты хуй попадет. Дополнительное время. Нам надо мяч на их стороне больше продержать. Ну, дольше. Ну, в принципе, то, что мы уже делали. Да.
Не стратка. Фак. Так, начало херовое. Че тут не работает уже? Надо срочно мяч отсюда выгонять. Толкай, как можешь, такие упинай. Отлично, поехали, поехали, поехали. Убивайте. Повреждение выглядит, шанс прорыва увеличен. Попадание. Кончилось! Что это кончилось? Отодвинься, отодвинься, отодвинься. Блядь. Тебя попал. Да, детка, да. Беда. Таймбрейк. Достал с такими катать. Что, что? Достал с такими катать сейчас. Что, досылатель поставишь, вентилятор, да? Я, кстати, поставил досылатель, вентилятор. Ну, стабилизатор вообще пахнет. Я думаю об этом. Бля. Какие же вы всё-таки предсказуемые. Ладно, поставлю тоже вентилятор. Все равно мне потом на этот поставить надо будет. На 54-ку. Так что стабилизатор. Плюс если будем турниры катать. И, блять. А, досылатель, да? Досылатель. Стабилизатор и вентилятор. Все, я готов. И 54-ка моя будет с модулями, со всей хуйней. Так что вообще красота. Алексей Иван. Дэвид Дэвид. Смайл, смайл, ну ты где, смайл. Денчик, кинь ссылку мне. На что? На фигни на свои мощные. Подсосал? Замедленные съемки. Запись, оказывается, вообще не ведется, когда скидываешь игру. Обидно, конечно. Потом видос сделаю с отрывков, наверное. Посмотрим. Все время будет. Праздник какой-то на улице. Кричат люди. Весело вообще не жить. Я по группам ссылку покидал. Смотри, какой днище зайдет. Нужно
какая-то самая сделать. Более нормальное название. Закрыл все. Кстати, не знаю уже. Так, Алексей, давай, наезд, 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 наезд. Ого. Вот это вот бежали, вот это вот, да. Вот, Дэн, тоже можешь стрелять туда, вот так под ноги. Куда? Красавчик, спи! Кто спит? О чем база? Мои ворочи в днище отстреливают. Вот это вот плохо. Ух ты, у него этот самый, на гусле постоянно. Как вовремя меня выгустили, а? Кто же это? Не, не другого. Ну то, что тут непонятно было. Чувак, ты нитр полетел сразу выгустил. Ты тоже синхрон был поводу или нет? Отлично, я боролся, он летит. Животное. Да он стоит, конечно, стреляет. Они стоят гуслят, видишь, это животное будет отстрелять. Беру, беру. Да нафига. Все ништяк вокруг. Он в центр летит, алло. Да вижу, где не на КД сейчас это выйдет. Хорош! О, девятка! Просто девяточку. Блять. Животное нет, сука. Натяни, забил гол. Цель центр, блядь. Давай, 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 веди. Цель центр. Там, короче, пропадает из ангара, но он как бы есть. Ведите, ведите. Победа. Красавчик, три ассиста. Ну так, ты видишь, кто это? Кто на скале? Просто голевые передачи дает вообще. Красавчик просто. Посмотрим, чего это за тур. Офигеть, повесит флаг 60 тысяч. Знают, как деньги делают, да? Пересмотрел этот момент, как только что кто-то там голы забивал. О, животное.
Смотри, мяч в небеса улетел. Вот как они жирно попадают тут? Вот манга, да. Тихо. Я даже заглушить не могу, он в мяч не на улице попадает. Правильно, зачем стрелять в мяч, если можно в меня? Угу. Надо выпинывать мяч. Отлично. Все, включаю турбины. На, целится на тебя. Ай, я в дымчик попал! Блин! Блин, так близко, а? Сосать вам красного урода. Отлично, отлично, навес пошел на ворота. А, я промахнулся. И я. Ну вот как было не попасть, да? Я ввёл мяч. Стоять на центр, пиф, пиф. Спасовочка, отлично. Отправил. Отправил. Добил. Центр, центр, центр. Отправил. Отлично, отлично.
О, это мой бульдог, прикол. Шоу, Следующий. Денчик. Понял. Да. О, спасай ворота, ты что? Ну и что? Блин, чё он так хуй? Всё, срэп. Отлично, отлично, веди, веди, веди. Не знаю. Что нам задачки дают? Только так опыт и все с деньгами. Да, походу. Деньги, считай, не дают. Медалька, блин. Ну, хитрик этот медальку получить надо. Свет. Ты лагу только мал. Боже, Бобс! Хуевай как-то вот не так истерически. Стерва. Вот как он попал? И он с метра попасть не может. И он как-то цель захватывает они. А ну на! Да. Да Лёха не мог подвинуться, блин. Да не могу я на гусле. Крандос. Да ну нахуй. Включаемся в этом тайме. Попадание.
Блин. Леха, бомбомбанит. Стреляю, тут упыри едва ходя. Вот, спасибо. Смотри, что уроды делают, они даже не едут. Спасибо, мужик. Я таки понял. Отлично летит, сводимся. Пиздец, ни один не попал, нахуй. Дэн, ты что там творишь? Это надо увидеть сейчас, пересмотреть, что вы там сделали. Быстрее готов. Офигеть, я 2 забил. Тригала, почему мне не дали медаль? Потому что 2 из них авто. 3-то есть. Ну это да. Потная катка. Чем? Не знаю, у меня ладошки спотели, вот чип. Короче, я обнаружил, что у меня с брастом, в принципе, машина мощнее получается. То есть я его зажал там в углу, и он, ну, вообще ничего не мог вам делать, а я сам помогал вам после. Ой, брастов, фигня, лампочка. Ну, пацаны, чисто... Ты зацени, я на пацане сижу. Это было что-то, блин. Вот это было тема. Навесы слева, похуй. Давай, жопу. Да я КД. Смотри сейчас, чтобы они не отправили, блядь. Ну тебя нафиг, мужик. Усли животного. Они втроем вышли. Вот это я дал, да? Заценили вообще, нет? Сосать, на.
Да блядь! Центр, блядь, ёбаный блядь. Подождите, подпло, а тут нечто не все. Давай видим. 4-3-2, отлично. Цель центр. Да ну на! Это пиздец. Ты, кстати, Дэн, мне весь мяч закрываешь, я не вижу нихуя. Так в этом и смысл, чтобы они не могли направить. Тима, замуж, приезжай. Какие-то снайперы хуя. Ну нафиг, опять же. Ну даже в этой игре нужно персиву собственно. Что, думаешь, не будет сбиваться? Меньше, по крайней мере. Бабах. Петух. Заебал ей. И надо отстреляться просто по фокусу, чтобы он быстро туда пересек. Отлично. Направим. Привет, как он убил? Броня не пробита. Не просто я хуёво, как они попадают. Это за, блядь, другой вопрос. Мяч в воздухе летит, мне, блядь, пиздец. Ну, хули он сквозь него летит? Основное попадание, да? Давай, да. Ну почему? Почему ты их назад пробуешь? Пиздец, снайпер охуел. Вот чё я не попал? Ой, я попал. Навес пошел. Вот, блин. Отвес пошел. Навес пошел. Только. Зацелил. Лёха, дашь, нет? Блять, не туда даю. Сука. Ты чё вы делаете? Пиздец. Нет. Пиздец. А, точно, тут же серии еще будут. Побед. Где ты вообще медашка сейчас? Надо посмотреть. Должны быть, мне кажется, тоже. Не 150 вижу. Раз, чтобы получить дополнительные кредиты за бой большой. Неудивительно, что все играют.
Что там дается? На футболе 2016. 15 больших дополнительных кредитов за бой. О, нихуя себе! И сколько побед надо? Ну, еще 145, ну. 145 побед? Ага. Охуеть. Это ДН, это половина июля будет идти, так что... Ну, за сегодня сделаем? За сегодня 145 побед? Давай. Ну, хуйня. Хуйня осталась. А где ты смотришь? Ну, в эти, в задачи зайди. Ну-ка. Нападающий 35 раз выполнил. Нападающий 150 раз. Метка 147. Так подожди, за что должны дать? Я так и не понял. Вот смотри, недоступный, когда ты нападающий делаешь 150 раз, открывается задача. Или награда да, дается уже. User disconnected from your channel. А, ну так ё-моё. Победитель. 139 раз осталось. А тебе сколько ты говорил? 145. 139. 147, походу. Давайте поиграем, потом можно будет на сутки на фарм засесть на конкретный, нафармить мультов, блядь, 30. Прикинь, прем плюс плюшка плюс прем танк, а если еще клан, блядь, какой-нибудь, под еще плюшку, ну, вообще пиздец, там фарм будет трехэтажный. Мне, по-моему, две плюшки как раз осталось. У меня уже закончились. Бой начинается. Один это может или может? Не знаю, по-моему, это... У нас кривец. Пацаны, это плохой знак. Лёха! Краса! Дым, дым, Баварик, бля! Воротчик! Смотри, смотри, что творит, что творит. Спаски волны, не пацаны. Вот он прыгал на месте, я не попал, вот почему. Тебя свелся, он же такой большой. Все, один рубл. А, это ты? Опасно. Блядь. Не держит.
Ты видел, как я их обвел двоих? Бля, я такую посулю дала. Вот, а. Бля, вот так провалился, непонятно. Жесть. Бля, всю турбину просрал. Посуля. Ого. Лайн, ставьте, да. Все, еще один хороший. Лихан у нас сегодня парник. Уйо! Это они так четко отстреляли? Ваху. Просто в небо выстрелили. Могу снять. А почему я ж вроде забил, а чем меня не засчитали? Лёха, ты опасный чё? Бери-бери, пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ага, живой. Надо выводить из угла. Красавчик. Я дал шот. Да. Только разгон набрал, а? Почему? Почему? Ты. Стой. Не послушался. Идем. Дал. Там свой забил. На скале. Полузащитник 7 штук у меня. Нападающий 11. Победитель 21. Когда так заряжающий топовый будет у тебя.
Ты-то про с кем общаешься вообще? Опа, ты мажорка. Вот это да! Отправили мяч в космос. Твою мать. Давайте отработаемся. Да. Да не, уже поздно, обратно нет. Да, ну, вверху походу, это не так, под землей. Да хоть тоже, я ж по тебе говорил. Толкай, толкай, толкай его. Все. Тут, блин, пиздец. А теперь мы по тебе. Давай я попал. Голову мяч кликает, и мы бьют его. Ну, раз, Лёха, еще раз попадаю. Я попал. Вот пошел. Работайте. Центр. Снайпер, снайпер. Для чем первый шот дал? Блюха лютый, бля, как я не... Ох, нихера себе, наверное. Один выстрел. Пасть. Кто-то попал. Привет. Здорово. Окей. Оп. Вот это навес. Вот это навес. Вот это водка, блять. Только стреляй. Неужели? Сука, не попал, не попал. Да хуй там. Дэн, все, надежда на тебя. Что ты сам себе?
Обвел нахуй, нахуй. Давай, Лёха, уезжай на прострел, по навес мне давай. Что, футбол играете? А чё, блядь, я не знаю? Фифу, фифу, хуяримся. Ладно, не понимаю. Броня не пробита. По воздухе. Вот это что-то. Мое-мое. Это уже турнир идет или что? Куба. Там же идет? Уже начали, да? Бля, тихо. Турнир еще. Конечно, сразу. Есть время потренить. Не пробил. Не пробил. Чувака прибил. Ведем? Нихуя себе ты ведешь. И нихуя. У вас. Бой начинается. Давайте в самый край отработаем, как только будет движение в их сторону. Тут сломали. Все, ведем. Даже перелёт.
Вот центр, ведем. Бля, я даже попал. Дышку. Там бегает. Да ничего, тут беды нет, отбивай. Выйди с края, мы сейчас напомним. Хорош, хорош. Я не попал. Пошел Артем сзади. Ну и тоже не так много. Дал вперед. Так. Головой. Ты запарил, мужик. На хитрик идет. Вот так, давайте поскорее попробуем, чтобы Дэн забил третью. Броня не пробита. Ну, интересно, распасовочка такая. Так я ему и под это самое. Я его туда и пасанул. Там? Ну, он уж двоих застопорил. Троих. Время вот. Ебать, ебать, мужик, да. Ого. Ты понял, нахуй, пацан, въебал. Короче, кто-то должен будет на задней линии постоянно с
направление атаки быть. То есть, если мячик на левой стороне, то левее мяча. Если на правой стороне, то правее мяча. И сзади. Кто в этом бою будет? Ты. А чё, я уже забил свои три. Главное победа. А медальку можно ей в подставы. Человек Виталик. Дэн, наведи на мой танк. Командирский. Камеры нету, но видно. У тебя там еще что-то поставлено. У меня разноцветный, вот какой-то, блядь, не такой, может быть. Ну вот какой-то не такой. Ебать! Давай зацеливай быстрее, блядь. Еще шот. Один. Шот. Давай еще. Под мяч хуя просто. Ты смотри, животное. Попал. Ну хоть сравнялись. Отлично, они его сами запинают. У них-то всего на точно есть. Думаешь? Видно. Сложно сбить. Нихуя не сложно. Я правильно стою, Дэн? Я должен так стоять? Чуть-чуть дальше, да, вот. Теперь. Сможешь забить? Я не попал. Пай, у вас есть время, я его держу. Месика. Еще раз дам. Хороший. Давай делай то, что есть. Видишь, работает страта. Чтобы научиться в мяч будет еще попадать. В томпе. Направо. Дал. Дал. Выби. Дашь? Сейчас. Потерял нахуй. Вернул нахуй. Пусти. Я гол забил. Супер. Под ворота летел в него траекторию, блядь, да как он это делает? Стреляй. Дебил. Направил. Блять, КД. Хорош. Блять, ты что за проваливание, а?
забьешь? Ну, шестерно хуйня. Это даже. Оля на то. Медалька, стой. А, так по 1000 опыта всего же дают. Я думал, по 5000. А, так мы 2 гола сами себе забили. Ну мы скилловички, конечно, да. Ну сделали такую карту. Сейчас до такого фокуса перебьет быстрее. Бедный барабан. Точно, что здесь нельзя было сделать? Барабанные танки какие-нибудь. На пару снарядов. Как это он? Кто там бегает, а? Вот я сейчас стрелял, блять. Сейчас направлять можно. Давай. Кадешка. Направил. Не попал. Не нужно. Блядь. Цель в центре. Ой, нихуя себе. Я думал уже все. Иди ты нахуй, блин. Блять. Есть. Хорошо. Открутил. Ха-ха, сосать ему животное. Ты, блядь, стой, катаешься там, не купируешь. Ты, блядь, стой. Издевайтесь, блядь. Пиздец. Свой. Я что, блядь, творится, блядь? Пец, а! Опа! Нахуя ты на весика дал, нахуй? Пяточка! Все, будьте здесь, можно на весик. Хорош, отрабатывай. Хуя. Мы вдвоем скинулись, походу. Ты, блядь, скинер спортсмена, что ли? Кинь тока. Паша, очень долго.
сосать. Целиться не стоят, блядь, животные. Животные, а? Хуево. Давай, Лёха, твой ход. Блять, чё, куда полетел? Заебали не пытаться. Трое стоят. Они двигаются. Обвёл. Ха-ха. Сука, я мне когда... Не попал туда. Головой забил, да? Вот это красиво было, вот это да. А вот это не вот. Ничего, я ж подстраховал. Вот так надо ездить. Твой же. Ну достал. Держитесь. Направил. Да. Хорош, хорош был. Гуд. Я не попал. Задолбал пихаться. Броня не пробита. Блять. Меня-то за что? Направляй, стой, просто. Победо. Ой, парни, стратегия, слышишь? Я стреляю. Да, не один он. Ну, кто-нибудь. Можно из них. Не прилагал я, блядь. Это я не смог. Ну, это был зря. Да ладно, все равно. Я простраханул. Лёха не попадал нихуя. Что парни как-то стрёмно играют. Упарываются на мячик. Нужен шоу. Или моя турбина. Нижняя девяточка. Верхняя десяточка, нахуй. Стреляй, нахуй. С угла стрелял, пытался выбить их. Лёха, твой угол не считается, понял? Ну, обоих обошел. Кошмар.
Пиздец. Что ты мураковишь? Ты какой красивый гол забил нам, да? Можно вырезать и представить... А, блядь, жалко, нельзя. Направляем, направляем. Ой, не туда. Хорош. А ё-моё, падла. Ой, отлично, кто-то там дал. Я. Сейчас будет как раз гол. Ё-моё, тут такое. Ой, сейчас замечал. Давай я. Помогите. Блядь, не помог, но. На угол убивай. Побой. Классно. Направо, направо. Хорош, хорош. Еееее. У каждого подгоняет. Тебя два. Киньте сани. У меня два. Тоже как мы играем. Чего? Какой сани? Ну, Саня же любит смотреть твичи, всякие стримы. Типа сейчас снимаемся. Мы типа постоянно снимаемся, вроде предупредил. Офигеть. Жопа, да? Ты на ТВ. Йоу. Хочу! Фу, блядь. Пользуясь случаем, хочу передать привет бабушке, дедушке и тете и дяде. Запомни теперь эту минуту, потом видос на YouTube покажешь. Танкую нахуй, как молодой. Себа мне услить. Отлично, мяч. Мяч, отлично. Пойхал. Броня не пробита. А, я старался. Кто лучше старался? Я смог. Не сразу, но я исправился. Красавчик, красавчик. Ха-ха. Давайте, будьте левее и будем направлять. Смотри, он прям блокировал меня. Теперь он попал в воздухе. Ой-ой-ой. Блять, не могу стрелять. Ворота летит, блин. Выбил. Да блин. Дэн, ты прикалываешься? Я с вертухи кидал.
Херсти, потом с этого сам. С этого, с реплея посмотришь. Лифт, ты один на центре, вот здесь должен быть, а вы там вдвоем. Ну как? Ну, вот или ближе, или дальше. Вот так, в принципе, трехугольник должен быть. То есть один здесь в краю и другой вообще сзади. Все, можно, сзади, можно, можно. Давай, сзади. Да, можно, кто попадает. Вот почему это животное попало, я не знаю. Видал, как я его? Иди в жопу. Эй, ну, там есть. В воздухе. Направо. Ехали. Стрельните один раз. На КСД было, не закрывать меч. Вот хороший, это хороший. Пуля, вот это да. Добить. Еще один раз, еще один раз. Вот это было супер досно, конечно. Броня не пробита. Ну, в воздухе попал. В реку. Не пробил. Блять, один другой может открывать. Начал. Пизда. Алло. Тоже не понял, ты про что? Ну, Hellraiser, Snake, Alphazard, да. Еще даже... Видишь, что это забыл? Пипец. Ура. А, не попал. Попал, попал. Да не. Я, блядь, стараюсь не выпускать. Ну, пацаны, в сердце бьется, блядь. Туки-туки. Меч потерял, да? Тут сложновато, как бы 300 уже. Давай, последний шанс. Не умею. Кидай его на рот. Я там. Сейчас попробуем выбить. Да, опять. Ты видел, как он попал? Ага, в воздухе. Вот, отлично. Сможешь? Вот как они... Подожди, пока он на центр вылетит. Должен. Ну, тупо не пускают. Да. Будь левей, левей. Хорош. Тебе бы сейчас на мое место. И КД. Да, время начнется.
Возможность была. Еще, еще повторим. Мне больше нравится зеленый стадион. Да желтый как-то все ходит. Направил. Отлично. Я вниму. Уйдет левее, левее уходите, чтобы направить можно. Рано, огонь. Ты кто попал, да? Стреляйте, когда они перетыкаются. А что? Ну, когда становятся стеной, типа, они могут направить. Это нам не выгодно, Наоборот, лучше, блядь, как-то, чтобы он отскочил от бочины, блядь. Ну, он отскачивает нашу школу в сторону. Тю-тю. Все, целись. Теперь можно. Пипец. Теперь поздно. Тоже присижу. Не балуй. Ёма, ты ты гонишь. Рано. После этого. Теперь. Направлю сейчас. Чёрт. Это животное, а? Выбей. Управляй.
Он только... Сливайся. У меня уже есть. Давай еще одну. Серию. Сейчас, ну тут до трех голов, так что уже забивай. Если могешь. Забивайте, забивайте, так будет быстрее. Не попал. Да, как-то да. Смотри, фокус открыть. Чего, автогол засчитали? Чушь. Засчитали, как не тебе. Так автогол. Обидно. Минутку. Ну, стали на Т-62 нет. Модули какие-то. На этот спортивный? Да. У меня досылатель и этот вентилятор стоит. У меня стоит досылатель, стабилизатор и вентилятор. Это тоже модуль. Просто мне один фиг 54-ку покупать, а туда все равно модули надо будут. Я их потом просто туда перекину, да и все. Ты видал, как я шею учудил? Кто спиздил меня свой? Сука, пидорасы. Сука, не попал. Ты видел, какой проход сделал пиздата? Как я это заметил? Ну ты хотел что ли на твой мяч? Всех не видно. Повреждение гусеницы. Шанс взрыва увеличен.
нафиг. Развернул нахуй, дверь дальше. Как вам гол? Гол. Чё, может до половины потом рандом понагибаем, а то он немножко поднадоедает. Можно. Сказал бы кто-нибудь слива. До слива? Ну. Ну давай. Сейчас хуй проиграем, блядь, до утра. Давай. Тебе братство? Да. Может, не надо братство. Все отлично. Почти, я туда. Лёха, так КДшка выходит. 7.33. Я так же. 7.40, извините. Только ствол на. Направил. Левее перелейте. Блять. Ладно, ничего. Я чуть-чуть пропал. Нихуя меня перелетел. Сука, ну ты его перебил. Попадание. Сегодня не торопится. Движение невозможно.
как вы попадаете, блядь? Я вообще не могу попасть, отвечаю просто вот. Блин. Смотри, он до меня доебался и хочет меня. Оп! Блин! Чуть-чуть прошлось. Постой. На бас. Я не попал. Прячься там в бороду в жилу. Не просто не слезай с гуси. Это ты хуёво попал. Бывает. Заебали. Ну? Вот, есть. Принял, принял. Ту-ту. Блин, в него стреляй. Что делать? Все, одно закрыл. Бля, не ебали. Ну что за дерьмо, мы с ней помыли. На. Сука, вот это можно было забивать. Смотри, я двоих держу просто. Где тактика? Ты чё?
Бой начинается. Не пробил. Повреждение гусеницы. Потому что да, я нахуй на себе. Смотри тактику, понял. Вот это направьте, направьте, направьте. Ай, ёпта. Чё, мой трюк хочешь повторить? Там нужно в угол его забить, с центра толку не будет. Почему? Он не переталкивает, это как? Ём, опять не попал. А не КД. Да, тоже, да, тоже. Что, благодаря просто не переталкивать, может? Или может масло где-то? А, еще один вариант. Два раза на R нажми, а не вперед нажимай. Два раза только? Ну, чтоб у тебя троняет самый главный. Стрелка. Все равно не перетолкнет. Счет у него еще есть. Уже масло какое. Я говорю, все с торсионами играют. Это тоже, кстати, дает. Нет, еще. Забиваю. Что я сделал? Не пробил. Не опасно, опасно. Пиздец опасно. Сегодня. Гусеница установлена, можно ехать.
Ты толстый, если честно. Любили, блядь. Раз зацепился, второй раз объехал. Третий раз зацепился. Мне нравится, что мы здесь, блядь, на нашей территории тусуемся. А пипец какой. Это ж хорошо. Надо сейчас им пизды дать и в их углу просто зажаться нахуй. И все. Треугольничком ставь. Блять, а че я не ехал? Отлично. Нельзя как минимум дать им выбить мяч отсюда. Тащим. Эти же? Бубли. Фристайло, фака-макамо. Фристайло, сука. Это видно. Нате, Пошапкина.
Хуярь еще почему. Так что творят, знаешь что. Гусеница сбита, движение невозможно. Гусеница восстановлена, можно ехать. Ух, пидышка. Сука, водочек, первый раз. Этих нет смысла мыслить. Направляйте, стойте и направляйте. Левый сначала. Правильно. Отлично. Тактика. Снайпер. Ё-моё, чё за читак? Это как, нахуй? Пиздец. Реально читак играет какой-то, блин. Тупо мячик вверху, и он сразу в него попадает. Может, это в рандом собирался. Ну что, в рандом погоним? Пока здесь. Или не, алло. Не, пока не спокойно посижу. Один из раз серии. Нормас. Я считаю, нормас. А ведь я мог забить хитрик. Если б не этот четверга. Ну, плак.